Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. Я просто максимально шокирован. Я даже максимально не мог ожидать такой разбежки в температуре. Представляете, друзья? Плюс 4 градуса при вчерашних минус 20. Я просто шокирован максимально. Вот видите, я специально одел маечку, шортики, потому что эта температура уже достаточно для моего тела, чтобы одеваться, в принципе, налегке, друзья. Конечно же, я не сказал бы, что сейчас 4 градуса, потому что все-таки снег, он ледяной, соответственно, он, от него исходит холод. Вы как знаете, морозилка растаяла, но там снег лежит, свою руку просовываете, и пока снег там лежит, будет прохлада. То есть от земли, так подумал, ну, может быть, ветер еще добавляет. Ветер добавляет небольшой минус. Я бы сказал, что где-то сейчас минус 1 с ветром. Вот так. Ну вообще супер, не ожидал. Вот я специально решил прям в снег идти, в лес, чтобы здесь вот максимально зажечь. Меня зовут Дмитрий, кто не в курсе, канал «Вместе к успеху мечты» каждый день. Каждый день мы занимаемся спортом. Каждый день становится лучше, успешнее, выносливее, продуктивнее и счастливее, друзья мои. Все вот эти качества мы в себе увеличиваем ежедневно. И сегодняшняя тема — мы зажгем по максимальной. Тема сегодня будет называться «Путь к мечте». Вчерашняя тема меня, в принципе, настроила на сегодняшнюю тему, поэтому не переключайтесь. Тема очень интересная, важная, особенно для тех, у кого есть мечта. Буквально 20 секунд мы зажгем, и я сразу вернусь. Поехали! Супер состояние, супер настроение, просто замечательно. С таким, в принципе, девизом нужно и начинать свой каждый день. Я вот позанимался зарядкой, не знаю, будет вам видно или нет, немножечко уже светлеет, хотя рассвета еще нету. Сейчас я покажу вам, что вам тут видно, не видно. Ну, темень. Но все равно, вот как я вижу, это светлее, чем экран показывает. Экран темнее показывает. Сейчас вообще не чувствую холода, не чувствую ветра, не чувствую. Когда поспокойнее, хотя зарядка была такая с ветерком, скажем так. Вот. Ну, поехали. Путь к мечте, друзья, путь к мечте. Значит, 100% знаю, что у вас есть мечта. Раз вы смотрите, либо планируете, как минимум, мечту свою лелеять. Ну, конечно же, приближать и в итоге осуществлять. Вот. Как, в принципе, каждый из нас, мы в детстве все были мечтателями. Потом это у нас забрали. Вот. И нам нужно теперь вернуть нашу с вами мечту. Может быть, она будет новая, может быть, свежая, может быть, старая. Неважно. Вообще не важно. Главное, что она есть. И написав нашу мечту, завизуализировав ее, создали какую-нибудь картинку, которая подтвердит, что она есть, чтобы наш разум смотрел на нее и говорил: о, мечта есть, вот она. Вот. Ну и, конечно же, представлять, что она уже осуществилась. И вот эта картина висит на стене. Картина или фотография, кому как. Вот, у меня картины висят, ну, естественно. И начинается путь. Начинается путь к мечте. Путь, он не застелен тебе ковровой дорожкой. Естественно, путь, он подразумевает себя и препятствия, которые ты должен преодолеть.
и сложности, которые ты должен пройти или должна, и различные моменты, в которых мы должны с вами устоять, выдержать. Как знаете, вот когда солдат дает присягу, и в присяге написано, то есть ты должен нести все тяготы армейской службы, то есть все переносить. То есть и солдаты, принимая присягу, клянутся все переносить, все тяготы. Также и с мечтой. Мы должны переносить все тяготы, которые дает нам судьба, которая ведет нас к нашей мечте. Понимаете? Путь, вот этот путь, он, возможно, полон и даже переполнен всякими сложностями. Не обязательно, чтобы гладко, да, будут вот такие вот совпадения. Но мы должны понимать, что каждая ситуация, независимо от ее качества, ведет нас с вами к этой мечте. Если мы уверены, если мы верим в свою мечту, если мы визуализируем ее, если мы знаем в сердце, что это в любом случае, она у нас исполнится, наша мечта, что это уже есть внутри, где-то там в будущем, то мы с легкостью будем относиться к каждой ситуации, независимо от ее качества, потому что мы будем видеть вот эту вот цель, видеть нашу мечту, видеть движение к ней. Понимаете? Мы не можем предугадать будущее, но мы должны понимать с вами, что если мы взяли на себя ответственность в плане нашей мечты, то мы должны понимать, что любая ситуация, независимо от ее качества, ведет нас к ней. Благодаря вот этим сложностям, благодаря именно преградам, как сказал герой такой сериала «Игра престолов», он там Ланнистер, ну, низкий капитан, сказал, если ты упал, вставай и иди. Если ты снова упал, снова давай, вставай и иди. Если тебе трудно, иди навстречу этим трудностям. Если тебе тяжело, увеличь эту тяжесть, понимаете? То есть даже вот таким способом, потому что вот это именно вот эта ситуация, которая закаляет нас и в конечном итоге приведет к нашей мечте. Вот, вот такое потрясное сегодняшнее видео, друзья. Всем желаю сбыточности, максимально быстрой, ну, максимально, как минимум, счастливой всех ваших мечт, мечтаний. И пусть в вашем сердце живет счастье и любовь. И со старым, конечно же, Новым годом, друзья. А я с вами прощаюсь. Это был Дмитрий, канал «Мистик Успех Мечты». И встретимся завтра с вами, будем, как обычно, максимально зажигать. Пока-пока.